Ну что, мы наконец начинаем. Сегодня мы будем говорить про эволюционные стратегии. Эволюционные стратегии – это такой метод оптимизации, такая, точнее, семейство методов оптимизации, которые наследуют свои идеи из идей естественной эволюции. Эти алгоритмы оперируют в процессе работы с векторами. Векторы эти называются в контексте таких алгоритмов особями. А если мы берем набор векторов, то набор векторов называется популяцией. Соответственно, на каждой итерации такой алгоритм порождает какую-то популяцию, отбирает сильнейших и отправляет на следующую итерацию этих сильнейших. Да? Если говорить более математично, то мы пытаемся оптимизировать некоторую функцию многих переменных. И мы ничего про эту функцию не знаем. Она для нас такой черный ящик. Все, что мы можем, ну, в частности, мы не можем ее дифференцировать по понятным причинам. Единственное, что нам доступно, это значение этой функции в произвольной точке. Кстати, значение функции в точке называется fitness value или функция приспособленности. Это тоже такой термин из эволюционных стратегий. Соответственно, что мы делаем на каждой итерации? Мы берем некоторый параметр, некоторый вектор параметров W, мы его слегка шатаем, добавляя в него гауссовский шум, подсчитываем значение функции f в этих полученных векторах, в точках популяции, вычисляем лучшее значение функции в этих точках и отправляем какие-то из векторов параметров на следующую итерацию. Какие именно векторы направляем на следующую итерацию, это решает каждый конкретный алгоритм. Этим вот ровно в этом месте все алгоритмы как-то будут отличаться. Поскольку мы все-таки говорим не просто про математику, а про reinforcement learning, то, спойлер, нас будет интересовать награда. Функция f — это будет награда. А параметры, векторы параметров — это будут, собственно, наши агенты. Но об этом будем говорить позже, будем говорить об этом подробно. Сейчас давайте говорить пока об оптимизации произвольной функции. Значит, протестируем все на функции Растрыгина. Эта функция двух переменных, интересная тем, что у нее куча локальных оптимумов. И мы будем пытаться ее максимизировать. Давайте начнем с самой простой эволюционной стратегии. Мы как-то инициализируем наш вектор параметров исходный. На каждой итерации мы сэмплируем гауссовский шум вокруг этого вектора. Да, мы вначале фиксируем дисперсию. Она у нас не меняется в процессе алгоритма. Мы сэмплируем популяцию с некоторой заданной дисперсией согласно нормальному распределению, подсчитываем значение функции в получившихся шумом векторах, и лучшее значение по значению функции будет нашим решением на данной итерации. Соответственно, решение, оно же будет средним, вокруг которого на следующей итерации будет сэмплироваться популяция. Вот можно увидеть на визуализации справа. Вдруг она, кажется, залипла, да? Она вообще работала? Да, ну, в общем, извиняюсь, что залипла слегка. Вот, в общем, здесь должно проиграться 20 итераций. Здесь на этой визуализации зеленая точка — это средняя популяция, синяя, соответственно, сама популяция, красная — это вектор параметров, в котором достигнуто лучшее значение функции f. Очень простая стратегия, но поэтому же и плохо работающая. Она, скорее всего, быстро скатится в локальный оптимум, потому что достаточно жадная стратегия. Вот. Усложним немножко идею. Посмотрим на простой генетический алгоритм. Он же сильно напоминает кросс-энтропию из Ирреля. В общем, я думаю, что это прямые синонимы. Так, он опять залип, видимо. Что здесь? Здесь отличие от предыдущего алгоритма в том, что у нас теперь есть не одна особь, вокруг которой сэмплируется популяция, а набор особей, так называемые элитные особи. Значит, на каждой итерации вокруг элитных особей мы сэмплируем популяции, получается такие, ну как, получается довольно много. Из насэмплированных векторов мы выбираем 10% таких, которые показали лучший результат. Это как раз наши новые элитные особи. А вот решение мы получаем следующим образом. Мы берем две случайные особи из лучших, из тех 10%,
и собираем решение, выбирая случайным образом координату либо из первого вектора, либо из второго. Такой способ называется кроссовером. Вот. Тоже опять терминология из биологии. Вот. Значит, здесь на визуализации зеленые точки – это уже векторы, это элитные особи, красная точка – это решение, полученное кроссовером, ну и синие точки – это, соответственно, популяции. Алгоритм простой. Проблема опять в том, что он тоже жадный, тоже идет за элитными особями и скатывается в локальный оптимум. Следующий алгоритм, он будет отличаться от предыдущих тем, что в нем еще и дисперсия варьируется. То есть если раньше у нас было все сэмплировалось с нормальным распределением с диагональной матрицей ковариаций, то теперь матрица ковариаций произвольная, и она подстраивается под текущее состояние нашей оптимизации. Значит, что происходит? На каждой итерации мы сэмплируем вокруг среднего популяцию, но теперь с этой самой переменной дисперсией. Выбираем 25% лучших из того, что мы сэмплировали, лучших по значению функции f. Строим оценку по лучшим среднего и строим оценку дисперсии, оценку матрицы ковариаций, используя, правда, при этом мю среднее, которое мы оценили на предыдущей итерации. Оценки здесь стандартные оценки максимум правдоподобия. Вот, значит, подход интересен тем, что он может разбрасывать популяцию очень далеко, а может, наоборот, схлопываться в точку. Он начинает схлопываться в точку, когда достаточно уверен, что сошелся к оптимуму. Ну, как здесь видно на визуализации. В принципе, довольно хороший алгоритм. Единственная проблема, что нам нужно как раз подсчитывать эту оценку для матрицы ковариаций. А это занимает порядка n квадрат вычислений от количества параметров. Тем самым, если у вас хотя бы 10 тысяч параметров, то все, вы будете достаточно долго ждать, пока ваше вычисление закончится. То есть стратегия хорошая, но очень ограниченная. Следующий класс эволюционных стратегий, о которых хочется поговорить, это Natural Evolution Strategies, в которых идея уже двигаться не за элитными особями, а улучшать популяцию в целом. То есть учитывать не только хорошие примеры, но еще и плохие. Каким образом это достигается? Мы представляем нашу популяцию как вектор параметров, как распределение, у которого есть параметр. И вместо того, чтобы оптимизировать непосредственно функцию f, мы оптимизируем матожидание этой функции f по параметрам распределения, из которого сэмплируются особи. Соответственно, как оптимизировать такое матожидание, мы уже знаем из RL, знаем, как, потому что видели, как работает алгоритм reinforce. Мы можем оценить градиент вот этого матожидания. Он будет равен матожиданию от функции f, умноженной на градиент логарифма нашего распределения. И, соответственно, этот же градиент мы умеем оценивать, как показано в формуле ниже. Все, в общем, как в reinforce. И вот интересная статья от OpenAI 2017 года, где они как раз берут за основу эволюционные Natural Evolution Strategies. Они считают, что их популяция распределена как нормальное распределение со средним тета и диагональной матрицей ковариаций. Переменным они считают только параметр среднего и дифференцируют только по этому параметру. Формулы получаются достаточно приятные, простые за счет того, как выглядит распределение. Производная логарифма распределения вообще красиво сворачивается в 1 делить на сигма эпсилон, где эпсилон – это нормальный шум с нулевым отожиданием и единичной матрицей ковариаций. И, соответственно, градиент нашей функции – от такого распределения, градиент матожидания, тоже принимает достаточно простую форму, которая показана снизу, самая последняя формула. Собственно, как выглядит предложенный ими алгоритм?
на каждом шаге сэмплируется набор особей, набор векторов из нормального распределения с нулевой дисперсией и единичной матрицей ковариаций, вычисляется значение Fi в точках θ t плюс сигма эпсилон и, где θ t – это текущая оценка параметров на данной итерации. И дальше вычисляется, и дальше параметры обновляются градиентным шагом, где, собственно, вид градиентного шага, ну как, здесь не сам градиент, а оценка градиента, которую мы получили из того, как выглядела формула для градиента на предыдущем слайде. Из-за того, какое это хорошее распределение, какое оно удобное и как здорово дифференцировать его логарифм, мы получили довольно интуитивную формулу для обновления градиента. Мы на самом деле что делаем? Вокруг вектора параметров мы сэмплируем нашу популяцию, векторы нормального шума, а потом складываем эти векторы с весом пропорциональным функции, значению функции f в этих шумах. То есть, ну, на мой взгляд, это как бы такой центр масс получается, достаточно интуитивно. Можно увидеть, значит, на визуализации в центре, центр – это текущая мат ожидания, понятно, синий – это особь, а красная точка – это куда показывает градиент на данной итерации. Можно заметить, что в целом популяция движется достаточно ровно, нет таких метаний, как было у первой стратегии, ну и вообще менее хаотичное поведение, по крайней мере, вот на этом примере, чем у предыдущих стратегий. Однако все же идея сама не нова именно такой стратегии, потому что Nature Evolution Strategies – это не то, что придумали OpenAI в своей статье. Самое интересное – то, какой параллелизации они сумели добиться для этой стратегии. Соответственно, что здесь происходит? Они заводят несколько воркеров. Они заводят N воркеров. Ну, соответственно, сколько членов популяции они поддерживают, столько у них воркеров. Каждый воркер знает random седы остальных, и тем самым умеет генерировать не только свой шум, но и чужие шумы. На каждой итерации каждый воркер подсчитывает значение в своем шуме. Дальше каждый воркер передает другому значение, которое он посчитал. После того, как все обменялись этими знаниями, каждый воркер для себя получает градиентный шаг параметров. Таким образом, все воркеры обновят одновременно вектор параметров. Что здесь круто, то, что можно между воркерами пересылать всего лишь скаляр, не нужно пересылать тяжелые векторы параметров, как это приходилось бы делать в методах RL, когда, ну, в А3C, по-моему, когда приходилось синхронизировать целые векторы параметров. Здесь так делать не нужно, и за счет этого очень высокая скорость и очень хорошая параллелизуемость. Собственно, теперь можно начать говорить уже наконец-то про RL. Понятно, что OpenAI этим занимались не для того, чтобы просто функцию оптимизировать, а для того, чтобы оптимизировать награду. Как работают эволюционные стратегии в RL? Теперь у нас функция f – это награда. Параметры θ – это параметры агента. На каждом шаге происходит следующее. Мы вокруг нашего вектора параметров сэмплируем популяцию, добавляя в нее нормальный шум, стандартный нормальный шум. Получили размноженного агента случайного, размноженных агентов, и каждого из полученных агентов запускаем в своей версии среды. Каждый агент поиграет в среде, получит награду, а дальше мы обновим центральный параметр, вокруг которого мы в следующий раз будем сэмплировать, согласно процедуре, ну, любой из описанных ранее процедур, но спойлер, поскольку RL, в RL, как правило, достаточно, если интересные среды достаточно тяжелые, это будет в основном стратегия, предложенная OpenAI из-за своей высокой параллелизуемости. И, собственно, на чем OpenAI пытались тестировать свой подход, это бенчмарк Муджока. Там задача заставить робота ходить, желательно вперед. Действия непрерывные – это количество напряжения, которое нужно подать на моторчики бегущего робота.
Соответственно, они учили не очень большие сетки с помощью эволюционной стратегии. Сетка полносвязанная, в которой два слоя, в каждой по 64 нейрона. Сравнивали они эволюционную стратегию с ТРПО. Потолок, в который уперлась эволюционная стратегия, это перформанс ТРПО после 5 миллионов взаимодействий со средой. У них также получились результаты не очень хорошие по sample efficiency, потому что эволюционной стратегии требовалось как минимум в 3 раза больше кадров, чем ТРПО, а как максимум в 7 или 8. Это можно заметить по графикам, если обратить внимание, что шкала по ZX log scale. Еще им пришлось дискретизовать действия, то есть не работать с continuous действиями, а работать с дискретными, потому что у них получался слабый reward сигнал. То есть у нас из-за того, как обновляется из-за формулы обновления параметров, если мы получаем более-менее одинаковый reward, то мы не получаем какого-то конкретного направления градиента. Ну, из-за того, как он подсчитывается. Таким образом, мы застреваем в локальном оптимуме или просто никуда не движемся. Поэтому нам нужен либо сильный реворд, либо сильный сигнал от параметров, от замены параметров. И вот в этом им помогли дискретные действия. Ну, кажется, что результаты не очень интересные, но на самом деле давайте посмотрим не на количество кадров, а на то, как быстро эти эволюционные стратегии работают, если у нас достаточно ЦПУ. И тут довольно крутые результаты, потому что если вы OpenAI, вы можете занять 80 машин и 1440 ЦПУ, то вы обучите гуманоида за 10 минут. Для сравнения, A3C, распараллеленный на 32 процесса, учился 10 часов. При этом эволюционные стратегии выучили достаточно много разных походок. Вот они видны на гифках. Ему очень плохо, зато какое разнообразие. Еще он выучил довольно много бесполезных стратегий. Например, он научился ходить назад, ходить вбок. В общем, сплошной exploration. Но я считаю, что достаточно круто, что такие высокие результаты. И вообще в пейпере они рапортуют линейное ускорение с линейным ростом количества ЦПУ, которое они используют. Это круто, хотя бы если вам нужно получить какой-то бейзлайн. Как в частности на Муджока. Следующее, на чем тестили OpenAI свою стратегию, это Atari. Они честно запустили все на 51 игре Atari. Учили архитектуру DQN и использовали препроцессинг оттуда же. В каждой игре учились миллиард фреймов. Но при этом, да, на 720 ядрах, но всего 1 час. Все это сравнивалось по параллелизации с A3C, который учился на 32 процессорах, учился 1 день, правда, использовал 320 миллионов фреймов. Ну и результат следующий. A3C показал себя лучше в 23 играх из 51. Предлагается присмотреться к гифкам внизу, посмотреть на Sequest и увидеть, что субмарина научилась не только бить рыб на самом дне, а еще иногда подниматься к воздушку. Что вроде как довольно хороший результат для этой игры. Здесь я выбрала сколько-то игр. У них в аппендиксе честно все игры, на которых они тестили. Можно увидеть, что на Кенгуру и Понге довольно хорошие результаты. На Заксоне. Однако на Бимрайдере сильно хуже, на Сиквесте средненько и очень грустно на месте Монтезумы. Они объясняют это тем, что, ну, наверное, очень тяжело чего-то добиться в этой игре, если у вас случайная сетка и детерминированные действия, зато вы можете чего-то добиться, если у вас случайный экшен, то есть Epsilon Greedy Exploration в стандартном RL. Но это их гипотеза, почему на самом деле не работает, сложно сказать, потому что, в общем. Эволюционно выбранная сетка, она потом уже учится RL, да? Нет, она просто играет эту игру. Да, чисто за счет эволюции. То есть мы взяли, насэмплировали сетку и пустили ее играть. От нее нам нужен только реворд. Вот. Потом мы обновим
центр популяции, исходя из реворда всех особей. Да, ну вот про эту статью сейчас все. Если есть какие-то вопросы, то можно задать сейчас. И если нет, то двинемся к следующей статье. Так, окей. В следующей статье попытались улучшить exploration для эволюционных стратегий. Эта статья не от OpenAI уже, а от Uber Labs, но тоже 2017 года. Понятно, что exploration в некотором смысле зашит в природу эволюционных стратегий, потому что мы вынуждены все время действовать как-то случайно. Но нам хочется его как-то хочется чуть меньше бестолковщины, хочется чуть более направленно двигаться к новым горизонтам. У нас уже в курсе был рассказ про exploration, где вводилась некоторая внутренняя мотивация для агента, чтобы он не только ориентировался на награду, но еще пытался двигаться к какой-то цели вне зависимости от сигнала реворда. И здесь, в этой статье, тоже приводится идея, как ввести эту внутреннюю мотивацию. Это идеи novelty search, поиск новизны, и quality diversity, разнообразие качеств поддерживаемых популяций. В чем novelty search заставляет агента двигаться только согласно новизне. При этом мы надеемся, что, возможно, пока мы исследуем что-то новенькое, мы все-таки сумеем прийти к нашей финальной цели, заоптимизировать реворд. И пока мы двигаемся в сторону нового, мы находим что-то еще более новое и, в общем, расширяем свои границы познания. Но нам нужно все-таки как-то формализовать, что мы называем новым поведением, что такое новая стратегия. Поэтому для политик мы вводим понятие поведенческой характеристики. Поведенческая характеристика – это функция, которая ставит политики P в соответствие либо вектор, либо набор векторов, которые как-то характеризуют поведение политики в среде. Например, если это у вас 3D-гуманоид, то его поведение – можно считать характеристикой политики точку, в которой он упал. Соответственно, разные политики – это те, которые заставляют гуманоидов падать в разных точках. Если взять еще один пример, то в оригинальной статье про novelty search приводился вот робот, который нарисован справа, и его поведенческая характеристика – это был набор центров масс. Траектория центров масс, которую прошел робот до того, как упал. И такая поведенческая характеристика, она чуть более тяжелая для сравнения с другой, зато она характеризует не только падение робота, но еще и походку робота. То есть действительно в каком-то смысле поведение. Теперь, что же мы считаем новизной? Если политика в каком-то смысле новое, то, скорее всего, и ее поведение, ее поведенческая характеристика будет как-то отличаться. Поэтому давайте разговор о новизне политики переместим в пространство поведений. Чтобы как-то осмысленно говорить дальше о новизне политики, нам нужно уметь подсчитывать расстояние между поведениями. Ну, как-то, допустим, мы справились с этим, тогда что мы называем новой политикой? Мы будем оценивать эту новизну относительно предыдущей популяции. В течение обучения мы накапливаем эти поведенческие характеристики в некоторое множество, в некоторый архив А. И, соответственно, новый считается, новизна политики – это ее среднее расстояние, расстояние ее поведенческой характеристики среднее до К ближайших соседей. На рисунке справа можно увидеть, что желтенькие поведенческие характеристики соответствуют менее новым политикам, потому что они достаточно близки к своим К-соседям. А вот красненькая, она довольно-таки удалена от своих соседей, значит, наверное, достаточно новая. И почему, собственно, идея novelty search может работать? Допустим, вот мы взяли того робота, который был, у которого мы центры масс измеряли. Сначала, когда мы ничего не знаем, для нас крутой новый результат – это то, что робот упал в новой точке. Здорово. Но когда робот достаточно часто походил, уже попадал везде, где мог, новым поведением будет не упасть, научиться ходить. Вот такая примерно мотивация за движением в сторону новизны.
И еще одна идея, которую использовали авторы статьи, это quality diversity. Давайте мы будем поддерживать не одного агента, вокруг которого будем суплировать популяцию, а будем поддерживать M-агентов. Эти M-агентов — это метапопуляция. И будем на каждой итерации выбирать из этой метапопуляции как кого-то наиболее нового относительно остальных. Таким образом, мы будем двигать нашу популяцию в сторону наибольшего разнообразия навыков, скиллов. Если, опять же, проводить какую-то аналогию с естественной эволюцией, то обычная эволюционная стратегия, допустим, поддерживала бы некий вид птиц, и мы бы оптимизировали птиц. Они бы у нас выше летали, дальше и так далее. А quality diversity заставляет нас размножать вид, подвиды внутри птиц. И таким образом получается вот такая картиночка, как справа. В общем, за счет разнообразия видов мы пытаемся подтолкнуть нашу эволюцию к более быстрому развитию. И, собственно, объединяя все озвученные идеи, то есть novelty search, quality diversity, мы приходим к направленному exploration для эволюционных стратегий, к алгоритму NSES. Мы инициализируем метапопуляцию из M-векторов θ1, θm. На каждом шаге мы выбираем вектор, который наиболее новый. Новизну мы меряем относительно предыдущих, относительно всех предыдущих и относительно текущей популяции. То есть мы рассчитываем вот такое вероятностное распределение, как показано на слайде, и берем наиболее и сэмплируем пропорционально этой самой новизне. А дальше выбранного нами агента, параметры выбранного нами агента мы обновляем с помощью шага эволюционной стратегии. Единственное отличие в том, что здесь у нас вместо реворда стоит функция новизны. Таким образом, мы оптимизируем новизну. После того, как мы совершили градиентный шаг, мы добавляем поведенческую характеристику нашей политики в архив А, для того, чтобы следующие особи могли использовать сведения о поведении этой политики в будущем. Однако все же... этот алгоритм повторяется какое-то заданное наперед количество итераций, потому что у новизны нету никакой гарантии сходимости к чему-то, к какой-то точке. Во время тренировки алгоритм сохраняет особь с наибольшей наградой и выдаст ее в конце. Авторы сравнивают свою эволюционную стратегию с обычной эволюционной стратегией, в которой это не так, и выдается просто последняя особь. Поэтому они подправили эволюционную стратегию, чтобы она выдавала лучшую за все поведение. Однако все же полностью игнорировать реворд – это, наверное, неправильно, и мы можем опять зарыться в каком-то безумном эксплорейшене. Давайте все-таки добавим реворд в наше обновление. Добавим ее с тем же весом, что и новизну. Получим алгоритм NSRES, который отличается от предыдущего только вот этим добавлением реворда. И пойдем еще дальше. Мы хотим, чтобы наш exploration иногда затухал. Добавим адаптивные веса перед наградой и перед новизной. И этот адаптивный вес будет расти, когда награда растет, и будет падать, если награда какая-то константа, и тогда... Да, он будет... Здесь это не выписано, но на самом деле, если какое-то количество итераций у нас не меняется награда, то мы начинаем убавлять этот вектор, убавлять этот вес. Соответственно, если у нас все хорошо и награда растет, то у нас exploration в какой-то момент просто исчезнет, и мы будем двигаться только согласно награде. Собственно, на чем этот подход тестировался? Он тестировался на 3D-гуманоиде, но только усложненным. Теперь на пути у гуманоида стоит ловушка. И компонент реворда, который отвечал за движение чисто вперед, заменен на просто движение куда-нибудь. То есть реворд дается за пройденное расстояние. Так, сейчас непонятно, как заставить это работать. Так, ой-ой-ой. Мне нужно нажать на кнопочку, чтобы оно играло. Да, и оно что-то... А у тебя тут мышь
Я не знаю. О, могу. Здорово. Значит, на первом видео просто эволюционная стратегия. И гуманоид изо всех сил бежит к страданиям. У него нет воображения, поэтому он не может особо идти никуда, кроме как вперед, и бьется головой о поставленную ему ловушку. Спойлер, у него ничего не выйдет. Давайте посмотрим на то, как получилось у стратегии с поиском новизны. Сначала ему вот совсем больно, но он начинает бороться. Сейчас. Ну, давай. Так. И сейчас будет полная победа. Крутые парни не оборачиваются на взрыв. В общем, он бежит, у него все получилось. Там автор статьи радостно твитил, что нашу статью приняли, ура! И вот как раз выкладывал этот видос как мотивацию к тому, что они большие молодцы. Ну, в принципе, да, мне вот, например, когда я посмотрела, тоже произвело впечатление, что да, круто, работает. Собственно, какие это сравнения этих политик? Если у нас нет никакой ловушки, то, в принципе, эволюционная стратегия сама по себе работает нормально, если нам нужно просто бежать вперед. Стратегии с новизной работают хуже обычной эволюционной стратегии, и только NSRA работает хорошо, потому что у него адаптивный вес, и он в какой-то момент просто угробит exploration, и робот будет бежать вперед, и все. А вот с ловушкой хорошо, ну, эволюционная стратегия просто застряла в локальном оптимуме, в ловушке. И можно увидеть сравнение этих алгоритмов вот на такой картинке. Эта картинка — это вид сверху на поле, где бегал гуманоид. Звездочка — это стартовое положение, а, соответственно, еще одна точечка, ну как, такая скобочка — это ловушка. Цветные точечки — это где падали гуманоиды. Каждый цвет соответствует новому элементу метапопуляции. И, соответственно, более темные цвета соответствуют более позднему падению. И можно заметить, что если мы двигаемся только движимой новизной, то мы не очень-то стараемся уйти куда-то дальше ловушки. Мы понимаем, что нам двигаться все время вперед невыгодно, и мы начинаем двигаться все время назад. Или как-нибудь. То есть назад, вбок, неважно. Если у нас добавляется реворд, в пропорции той же, что и новизна, то мы все-таки можем как-то обойти нашу ловушку, но при этом где-то там посреди пути нам опять хочется новенького, мы бежим за полянкой с цветочками, сворачиваем с прямого пути и падаем. То есть крутой реворд мы так не получим. А вот NSRA, он убивает наш exploration, и как только мы все-таки обошли ловушку, мы бежим вперед и ни о чем не думаем. Это демонстрация, это такой пример, на котором NSRA сработал лучше NSR. Но это, кстати, не всегда так работает, и следующий пример как раз это демонстрирует. Еще один бенчмарк, на котором тестили свою стратегию Uber и Labs, это Atari. Здесь достаточно сложная уже поведенческая характеристика. Это траектория векторов рамп, состояние игры. Состояние игры в Atari — это такой векторочек длиной 128, в нем на каждой позиции значение меняется от 0 до 255. Оно закладывает в себе всю информацию об игре, где находитесь вы, где находится ваш противник, сколько у вас очков и тому подобное. Соответственно, если мы хотим сравнить между собой две стратегии, то расстоянием считается между двумя характеристиками сумма попарных расстояний в одинаковые моменты времени t. А если вдруг агент играл меньше, чем другой, то мы просто добиваем более короткую траекторию до более длинной, добавляя в конец то состояние игры, в котором более слабый агент закончил играть. На чем здесь, кстати, там училась полносвязная сетка, здесь учится DQN. В общем, сами эксперименты довольно похожи на то, что делали OpenAI.
Они учили DQN на SeaQuest. Здесь они демонстрируют типичный локальный оптимум, в который падает эволюционная стратегия. В SeaQuest она любит набирать всего 960 очков, потому что просто садится на дно и начинает стрелять в рыб, но при этом совершенно не думает про то, что ей зачем-то вдруг понадобится кислород. Спойлер, ей будет вот так же плохо до самого конца, потому что это такой локальный оптимум. Здесь субмарина проявляет невероятный интеллект, и на каждой итерации, по которой усредняли результат, она научилась подниматься к воздуху и получила достаточно неплохой скор, 2300 примерно, 2400. Для сравнения, то, что было OpenAI, там был скор 1390. То есть у них иногда субмарина поднималась к воздуху, но недостаточно консистентно. Здесь предлагается наблюдать, что очень даже хорошо. Здесь возникла проблема у метода NSRA, который адаптивный exploration, потому что сначала он гонится за наградой и выучит локальный оптимум достаточно быстро и сидит на дне. NSR, в котором сбалансирован и novelty search, и награда, показал себя лучше, вот как раз он научился подниматься за воздухом. Чтобы заставить NSR работать, им пришлось увеличить количество итераций, после которых они имеют право обновлять веса. То есть тут мораль такая. Для каждой среды нужно подбирать, какой алгоритм будет лучше работать. Собственно, адаптивный exploration, оказывается, нам не всегда поможет. Вот их результаты. Они не как OpenAI. Это все, что у них было. Это не 51 игра. Предлагается заметить, что игры, помеченные крестиком, это игры, на которых эволюционные стратегии впадают в локальный оптимум. Вот, например, SeaQuest, да, когда она садится на дно и не поднимается за кислородом. И вот в этих играх их novelty search помог вылезти из локальных оптимумов. То есть там NSR и NSRA работали лучше, чем обычные эволюционные стратегии. Однако, если нам все-таки не требуется уж очень много exploration, а задача достаточно понятная, как, например, в Заксоне, там, по-моему, просто бежим и стреляем, то там эволюционные стратегии работали лучше, потому что novelty search приходилось как-то, если даже адаптивному приходилось этот exploration угробить. И все же они рапортуют, что NSRA показал себя лучше, чем просто эволюционные стратегии в 8 из 12 игр, и лучше, чем NSR на 9 из 12 игр, то есть лучше адаптивный exploration, чем неадаптивный. Все это училось на 200 миллионах кадров, и, точнее, нет, не все, алгоритмы DQN и A3C учились на 200 миллионах кадров и не менее одного дня тренировки. Эволюционные алгоритмы учились на 2 миллиардах кадров, но всего за 2 часа. Так что, опять же, если вас не волнует sample efficiency, но очень волнует walk log time, то эволюционные стратегии могут послужить вам достаточно хорошим бейзлайном, если у вас есть CPU. По этой статье все. Если есть вопросы, то... Так. Да. Сейчас, я, значит, здесь вот был график такой. Да, не подобрали. Вот здесь нужно как раз подбирать параметр. Здесь нарисовано вот синенькое и беженькое результаты NSRA. Если мы раз в 50 поколений обновляем веса, то мы вместе с эволюционной стратегией остаемся на уровне. А если раз в 10 поколений, то сравниваемся с NSR. То есть здесь нужно подбирать, как часто мы будем этот вес W обновлять. Вес, вот тот вес, который адаптивный exploration, W, да. Да, нет, W, да. Они просто не стали этот результат, который на раз 10 поколений, включать в таблицу, потому что они хотели в одних и тех же условиях все сравнивать. Так. Все, да? Можно двигаться дальше. Окей.
И еще одна статья тоже от Uber Labs. Она интересна тем, что здесь мы пытаемся учить не просто популяцию стратегий, а популяцию пар. Агент-среда. Зачем вообще, какая мотивация за этим стоит? Нам для того, чтобы в RL учиться, нужно не только подбирать круто архитектуры агентов, нам еще нужны хорошие среды, в которых мы сможем этих агентов обучить. Так давайте изобретем алгоритм, который будет не только нам агентов подбирать, но и среды подбирать. Естественно, это возможно только тогда, когда среда позволяет себя как-то менять. Но примеры таких сред есть. Ну, одна нарисована, еще это Unity Email Agents, где мы как-то генерируем лабиринты. Ну, вообще, довольно много примеров, где есть случайный лабиринт, который мы способны сами менять. Этот алгоритм интересен также тем, что он использует эволюционные стратегии, novelty search и еще две интересные идеи. Это curriculum learning и goal switching. Goal switching — это подмножество curriculum learning. Что такое curriculum learning? Давайте представим себе, что мы решаем какую-то научную задачу. Мы редко берем и сразу приходим к решению. Скорее всего, где-то попутно мы решим набор подзадач, быть может, даже не соотносящихся прямым образом с исходной, и, быть может, придем к решению той большой задачи, за которой мы хотели бы идти. И здесь такой пример. Допустим, мы хотим получить крутые вычислительные мощности, но все, что у нас на руках есть, это счеты. Если мы пойдем напрямую и будем улучшать эти счеты, не меняя их концепции. Там, они у нас будут больше, красивее, с росписью от художников. Но мы все же не придем к нашей цели. А если мы отвлечемся, изобретем электричество, вакуумные лампы и множество всего, мы вдруг внезапно получим компьютер и обнаружим, что мы решили ту нашу исходную задачу, мы получили крутые вычислительные мощности. Конечно, имея в руках счеты, мы даже не могли себе представить, как бы мы пришли к компьютеру. Собственно, curriculum learning — это выстраивание для себя таких подзадач, которые приведут нас к будущей задаче. То есть как бы выучивание расписания в прямом смысле. Goal switching — это такая штуковина. Представим, что мы учим некоторого робота, мы профессор, мы учим робота ходить. Допустим, наш робот уже научился ползать, но вдруг внезапно начинает балансировать на одной ноге. Давайте мы не будем запрещать ему творить эту неведомую фигню. Вдруг он когда-нибудь сообразит, что можно объединить балансирование на одной ноге и ползание, и тогда придет к тому, что начнет ходить. То есть давайте разрешим нашему агенту иногда отвлекаться от задачки. Может быть, он сообразит, что это как-то приведет его к будущей большой цели. Собственно, на какой среде тестировался алгоритм, который объединил в себе все эти идеи? Среда называется Bipedal Walker. Не знаю, двуногий ходок. Я называю его бегающий наковальней, потому что, ну, это же она. Что здесь нужно делать? Здесь нужно бежать вперед. Если вы добегаете до конца, то вы получаете плюс 300. Если вы падаете лицом вниз, то минус 100. Еще вы разряжаетесь. При этом в чем прикол? Каждый раз среда генерируется заново. И пройти среду означает получить 300 плюс очков, усредненное по 100 забегам. По 100 случайно сгенерированным средам. Единственная проблема, что Uber Labs немножко не так определили, как является, что такое успешное прохождение среды. Для них успешное прохождение среды — это дойти до конца, то есть не упасть посередине, и при этом набрать скор не менее 230. В принципе, тоже разумно. Во-первых, это позволяет не слишком долго тестировать, не слишком долго валидировать агента, а во-вторых, 230 — это уже довольно неплохо. Собственно, что они делают? У них теперь учится не просто агент, а пара — агент-среда. И агент-среда — это, получается, единая особь. Учат они достаточно легкие сетки, полносвязанные с двумя скрытыми слоями, где по 40 нейронов. Что значит, как мы можем менять среду? У среды есть вектор, который характеризует ее состояние. Это сильно похоже на RAM в Atari. Этот вектор характеризует распределение препятствий в среде. И вот можно увидеть, что внизу среда самая легкая, в ней
ну, просто много пенечков, но зато очень узкие ямки. И верхняя среда, она очень сложная. У нее и ямы, и пенечки, и все подряд. Таким образом меняются и варьируются среды. И во время обучения мы можем этот вектор параметров как-то шатать и тем самым получать экземпляры новых сред. В смысле, какой он длины и какие у него значения? Нет, этот вектор просто говорит, как, с каким распределением нужно набросить пенечков, набросить наклоны. А, что видит агент? Агент видит... Ну, примерно как Муджока. У него набор данных с его... его моторчиков и еще лидары, показатели лидары. Тут такой красненький лучик перед ним. Да, расстояние до преграды. Да. Их, сейчас скажу, 24 инпута у него, 10 сенсоров лидара и 4 экшена на каждую, как моторчик в ноге, на каждое сплетение в ноге подаем напряжение. В общем, не очень большой state space. Собственно, что делает Poet? Ага. Вот эти? Это мы взяли вектор. Я, правда, не уверена, что в нем именно 5 элементов. Ну, допустим, взяли 5 элементов из вектора, свернули кружочком. Это такой закругленный вектор. Вот. И красненькое, ну, красными точками, когда мы соединяем, мы показываем, как... Ну, как? Взяли, отметили значение вектора, соединили красненьким. Вот. Соответственно, чем больше площадь, тем сложнее получается у нас среда. Итак, что делает этот алгоритм? Он инициализирует какую-то совсем простую среду, допустим, просто газончик и совершенно случайного агента. И на каждой итерации он преследует две цели. Он ведет популяцию к разнообразию и сложному поведению и учит агентов играть в своих средах. После того, как каждый агент поиграл в своей среде, происходит порождение следующей популяции сред. Каким образом? Сначала мы выкидываем слишком сложные среды. Слишком сложные — это те, где агенты не набрали хорошего скора, точнее, нижнего трешолда по скорам. Потом происходит мутация внутри среды, то есть мы к этому ее вектору, вектору, из которого ассамплируется среда, добавляем какие-то шумы и получаем среду ребенка. То есть у нас есть среда родитель, есть среда ребенок. И у среды ребенка агент наследуется от среды родителя. Дальше, ну, вот эти мутирующие среды добавляются к общей популяции сред. Все агенты играют в этих средах. Отбрасываются те среды, которые очень легкие или очень простые по тому, по трешолду перформанса агента. Дальше происходит еще одна хитрая вещь. Обмен опыта между агентами. Это на следующем слайде. Ну, допустим, происходит. И дальше среды из оставшихся, из выживших, выстраиваются по новизне. Той самой, о которой мы до этого говорили. И вектор поведения у среды считается ее вектор, который ее описывает. Тот самый, который визуализации были. Тоже все делается точно так же. Накапливается архив предыдущих векторов поведения и тоже выбираются наиболее удаленные от к ближайших соседей. После того, как мы отранжировали по новизне, мы выдаем топ самых новых сред, и это отправляется все на будущую итерацию. Что такое обмен опыта между агентами? Это называется трансферы, и авторы различали два типа трансферов. Прямой, direct transfer и proposal transfer. Proposal — это когда агент еще поиграл одну, совершил обновление одно согласно эволюционной стратегии в данной среде. Это нужно, чтобы агент попытался как-то приспособиться, перенести скиллы, выученные в другой среде, на новую среду. Как эти трансферы на практике происходят? Допустим, есть какая-то среда, в которой мы хотим заменить агента. Мы берем все остальные среды, берем их агентов, заставляем этих агентов пройти, копируем этих агентов, заставляем эти копии пройти один шаг эволюционной стратегии в той среде, в которой собираемся агента менять. Конкатенируем эти наборы, агенты, которые не обновлялись, и агенты, которые слегка обновились на среду.
Дальше все эти агенты снова играют в этой среде. И мы выдаем лучшего по скору. На этой среде станет тот агент, который набрал лучший скор. И трансфер, и мутация сред происходит не на каждой итерации, а раз в какое-то число итераций. И если у нас популяция слишком разрослась, то мы старые среды выкидываем. Это примеры того, что сгенерировал Poet, пара среда-агент. Достаточно неожиданные среды и достаточно сложные. Вот агент летит вниз по лестнице и умудряется не упасть. Это круто. Или перепрыгивает через очень большие гэпы. Какой интересный пример от Uber Labs, который они упорно демонстрируют в каждом своем рассказе о своем методе, это вот такой куррикулум, который построил их Poet. Был агент, он жил в простой среде, и все у него было отлично, можно было ходить на коленях. Все было здорово, пока его не бросили в среду, где есть какие-то пеньки, и он бьется этими коленями о пеньки и получает мало награды. Пришлось ему слегка привстать, и он увеличил свой скор. После этого произошел трансфер обратно на старую среду, и уже в старой среде он вдруг смог ходить на двух ногах и, более того, еще больше улучшиться и ходить достаточно хорошо. Таким образом, мы смогли выбраться из локального оптимума. Локальный оптимум хождения на коленях был преодолен за счет такого трансфера, и мы научились ходить прямо. Авторы проверяли, что да, это за счет трансфера произошло, потому что когда они запустили алгоритм заново с тем же набором сред, но с запретом на трансферы, агент так и ходил на коленках и получал скор 309 после 2000+ итераций, а тот агент, который вернулся после трансфера, набрал скор 349 после такого же числа итераций. Так что вот как примерно выглядит curriculum learning, ну, хотя бы на такой простой среде. Этот набор сред — это такое расписание тренировок для агента. Чтобы научиться ходить прямо, нам сначала нужно постучаться о пенечки, вообще познать тяготы жизни. Примерно такая идея. В общем, достаточно забавно. Единственное, что лично меня смутило, что они протестировали это только на этой среде. То есть я не видела других примеров и как это работало. Ну ладно, возможно, это future research и все такое. Да, только. Сложность, по сути, она вот на этом рисуночке изображена. То есть если все эти параметры, вектор достаточно высокий, значит, и среда высокая. Значит, в ней будут высокие пеньки, широкие дороги, тяжелое количество холмов и прочее. Среда сходится к тяжелой, да. Ну, слушай, более новая здесь равно более тяжелая на самом деле. Мне кажется, что есть. Вот сейчас. Кажется, что вот такие среды — это примеры. Но я, честно говоря, не пробовала заводить Poet на других средах. Ну, по крайней мере, Maze Base и Mini Grid, они довольно простые, там точно можно. Наверное, на Unity ML Agents тоже можно. Довольно хорошая среда, как мы поняли с первой лекции, где тестируется Exploration. В общем, да, я надеюсь, что это действительно хоть как-то обобщается, потому что сами Uber Labs других примеров не привели. Но, по-моему, идея прикольная, и то, что это хоть как-то работает, это круто. Которая тоже... Среда? А у нее легкий способ ее сгенерировать? Ага. Окей, ну, наверное, да, можно это... Наверное, это можно было потестить, но я статей не видела. Наверное, они уже есть. Собственно, еще они пытались проверить, а правда ли, что вот эти куррикулумы, которые строят Poet, зачем-то нужны. Они пытались воспроизвести обучение от более простой среды к более сложной, аккуратно увеличивая сложность среды, ну, вот по этим параметрам, которые в векторе среды. И у них не получалось подобрать такой куррикулум. То есть... Получается, я как
хотел спросить, сколько вам обычно задается профессором, так сказать? Да. Да, да, да. Да, если вы пытаетесь быть профессором, то ничего не получится. У них есть красивая картинка на эту тему, где они показали много своих попыток привести куррикулум, но у них ничего не вышло. Я надеюсь, что это не черри-пикинг. Да. Последний вот парная эволюция, значит, главный критерий здесь прикольность результата. Да, мне кажется. Ну, я не знаю. Я надеюсь, что на меня не обидятся. Подсчитывают, мы просто до этого не доехали сейчас. Они сравнивали поэт с эволюционной стратегией, не с ТРПО, ну так, как бы с ТРПО они могли бы сравнивать, если бы учили агентов этим самым ТРПО, а здесь учили агентов эволюционной стратегии и сравнивают с эволюционной стратегией. Здесь приведены примеры сред, на которых агент играл, которые сгенерированы были поэтом, на которых эволюционная стратегия пыталась просто учиться с нуля, и она намного хуже себя показывает, чем поэт, который учился на паре, ну вот в процессе всей эволюции, который задает поэт. И нужно заметить, что тот скор, который они сдавали как победительный, 230, полностью преодолен поэтом и даже близко не преодолен эволюционными стратегиями. Хороший вопрос, кстати. Я не знаю. Ну, такая статья, немножко к ней вопросы, наверное, есть вот эти. Вот. Мне кажется, что они не приводили таких результатов, чтобы они взяли какого-то агента, который пришел со своей средой в паре. С другой стороны, наверное, это как-то смягчается тем, что есть трансферы. То есть, в принципе, агенты, которые учились, они поиграли на многих средах в процессе обучения. Но я, к сожалению, опять же, не могу привести подтверждающий график, что это так. Что есть. Играем с тем, что имеем. Наверное, по этой статье все. Ага, да. По производительности. Не знаю. Ну, я думаю, что они Uber, у них все тоже нормально с мощностями. То есть, как бы, все агенты могут учиться параллельно. То есть, мало того, что мы умеем распараллелить обучение одного агента, мы умеем еще их всех разложить. Да, машинок нужно просто побольше, и все. И, кстати, там архитектура-то маленькая, по 40 нейронов всего учится. Так, да. Ага. Ну, как сказать? Я не знаю, просто в играх, в героях мы, я не знаю, можем влиять на саму среду? Можем ли мы? Мы на нее влияем таким образом, да, что мы... Просто я не знаю, как постепенно менять среду. Я просто не играла в эту игру, если есть. Да, какая чуть более сложная. Например, Atari, да, хотя бы. Я, честно говоря, не знаю. Я же говорю, я не видела, как этот алгоритм работает даже на других простых средах. Не знаю, как часто. А я не помню, я извиняюсь. Да, я, к сожалению, не помню. Ну, curriculum learning это не ограничивается этой статьей, это общий концепт, который здесь пытались применить.
Какая расширяемость здесь? Я правда не знаю. Да, и будет плохо и тяжело. Да, будет, и мы потеряемся просто в пространстве куррикулумов, да, скорее всего. Ну, такой костыль можно было бы придумать, что давайте мы не все параметры среды будем варьировать, а кусочки. В принципе, даже в эволюционных стратегиях тоже такой дактейп OpenAI, что они не все на самом деле шатали параметры. Ой, ну, не знаю. К сожалению, мне кажется, что эта статья такая, что она звучит интересно на этой среде, но неизвестно, обобщается или нет. Я, к сожалению, не знаю. Вот, никак не могу подтвердить ничего. Так. Ну и, собственно, статьи у меня закончились. Мне хотелось только успеть сказать про небольшой, очень милый блог, блог Дэвида Ха, который, в частности, популяризовал вот этот Babdal Walker, и Uber на него ссылались, как на популяризатора среды. Чем хорош этот блог? Там научной новизны нет, но зато тестятся эволюционные стратегии, и есть целая куча открытого кода на GitHub, где можно пощупать все эти реализации и самому попытаться завести эволюционные стратегии не с нуля, а с уже готовым примером. Собственно, что интересного он делал? Он учил небольшие сетки, там тоже полносвязанные с двумя слоями и с тонашем посередине. Иногда, правда, делал что-то, о чем я еще не говорила, учил стохастическую политику. То есть, как обычно делается в эволюционной стратегии, мы насэмплировали агента, но агента детерминированы действия. А теперь у агента есть еще вес, который согласно нормальному распределению распределен. И мы учим веса, параметры распределения мю сигма квадрат, ну, как в байесовских сетях. Собственно, что он сделал? Он учился все на том же Уокере, и тогда это был 17-й год, и он говорил, что зарешать среду... Это первый известный ему результат, его результат, первый известный ему результат зарешенной вот этой среды. Потому что, я напоминаю, исходный критерий того, что среда решена, это набрать 300 плюс очков на 100 играх подряд. Это довольно сложно, и Дэвиду пришлось привести условия тренировки к условию теста, считая, что один эпизод — это 16 игр подряд. И вот что-то у него получилось, это победительные стратегии. Здесь, правда, училась стратегия, о которой я не говорила, но она отличается от OpenAI только тем, что там еще и матрицу ковариации можно обучать. Вот еще примеры. Здесь учился CMIS, это тот алгоритм, где учится матрица ковариаций и мат ожидания. Просто такой, как самая простая стратегия, только еще дисперсия переменной, о котором я уже говорила. И OpenAI тоже научились бегать. Собственно, все эти примеры можно найти у него на GitHub и завести самостоятельно, посмотреть. Еще один интересный аспект. Это еще одна статья у него. Это эдакий curriculum learning, только здесь мы не среду учим, а архитектуру агента. И вот, значит, Масечка учится бегать на коротких ножках, потому что у него за это большой реворд. А другой научился отращивать себе ноги, чтобы быстрее бежать. Есть еще одна интересная гифка, которую я не включила. Такой хак. Наковальня отращивает себе огромные ноги, которые примерно длиной в среду, и падает. Таким образом, это офигенный чит. Ты проходишь почти все. Но если ты недостаточно длинный, то ты не получишь свои плюс 300, а получишь только минус 100. Поэтому обязательно нужно ограничивать ему длину ног, иначе он отрастит все ноги и будет просто падать на финиш. Вот. Я, если честно, вот подробности того, как он учит совместно тело агента и его стратегию, не знаю. Вот. То есть такой
Можно почитать, у меня все ссылки на то, что я использовал, есть в конце, на все статьи блога. И на блоге, и на статьи, и на все. Еще одна интересная среда, на которой тестировались стратегии, это такой, это модель реального робота из Ghost Robotics. Что он может? Он умеет бегать вот такими странными ножками. Его состояние — это повороты, поворот ноги, растяжение ноги и наклон его корпуса вбок и вперед. Вот такие у него состояния. Ну и действия, понятно, непрерывные. Это количество напряжения, которое мы подаем на моторчики. Собственно, удалось, эволюционные стратегии научили этого робота, но поскольку это действительно реальный робот, хочется, чтобы мы умели результаты симуляции как-то перенести на реальный мир. Здесь мы видим, что он бегает достаточно неустойчиво, его трясет, и, наверное, в реальности робот будет стукаться, падать. И, в общем, попытаемся сделать что-то с этим. Посадим на него утку. Собственно, такой суперхак. Rubber Duck нас спасет, правда, не в том смысле, в котором мы привыкли. Здесь утка на агенте, обученном исходной стратегии, утка шатается туда-сюда, но он учится ходить более прямо, чтобы не беспокоить свою госпожу. Дальше они, Дэвид, точнее, усложнил задание и положил мячик на робота, но при этом робот научился хачить все, точнее, это задание, и засовывать мячик в свою дырку для ног, а дальше тащиться, ну, как придется. Пришлось запретить ему этот хак и уменьшить мячик. В общем, робот научился бегать очень устойчиво, и прикол этого в том, что тут как бы такой трансфер-лернинг, потому что если, когда он научился бегать с мячом, то он легко и с уткой бегал. Так что вот, трансфер-лернинг жизни, как говорится. Собственно, и все. Какие у нас выводы? Какие плюсы эволюционных стратегий? Мы можем оптимизировать все, что угодно, любую сетку, потому что нам наконец-то нужно ее дифференцировать. Поэтому и любую функцию потерь. Поэтому мы можем, не знаю, взять какие-нибудь бинарные веса, потому что они очень дешево хранятся, и попытаться это обучить. Возможно, из этого даже что-то выйдет. Ну, в общем, сама возможность радует. Потом, конечно, высокая параллелизация, и действительно получается ускорение с ростом у вас количества ЦПУ, и довольно хороший exploration, то есть изначально exploration зашит в сам алгоритм, и, кроме того, предлагаются еще и методы направленного exploration людьми из Uber Labs. В чем проблема? Sample inefficiency. В худшем случае эволюционные стратегии раз в 10 хуже по количеству кадров, чем стандартные алгоритмы, что, возможно, на чуть более худшем, ну, потому что если вам нужно 2 миллиарда кадров, а в стандартном алгоритме 320 миллионов, то что-то пошло не так, наверное. В общем, если у вас какая-то реальная среда, то, наверное, или тяжелое, то эволюционные стратегии там не взлетят. Но если у вас Atari, то взлетят. В общем, будем надеяться, что дальше изобретут еще сколько-то хаков, чтобы это завести. Собственно, да, про хаки. Это довольно сложно тюнить, потому что, на самом деле, чтобы все завелось, OpenAI обклеили много чего тактейпом, так сказать. И проблема в том, что если в диплёрнинге нам известны хаки, да, как что работает, что нет, то здесь надо будет самостоятельно их придумывать, скорее всего, потому что ничего, кроме того, что предложила OpenAI, там, и стратегию, как делать параллелизацию, и что делать, если у вас плохой сигнал реворда и прочее, у вас, скорее всего, не будет. Ну и опять же, если вам нужно так много кадров, то, конечно, на реальных средах не знаю, как это тюнится. И достаточно плохо эти стратегии работают, если у вас спарс сигнал реворда, потому что мы видели на Монтезуме, ни одна версия эволюционных стратегий не сработала, даже с хорошим exploration. Я на это внимание не заостряла, но там были нули в novelty search, то есть он не выбрался в Монтезуме. Так что
как-то так, в общем. Все использованные материалы можно найти в references и все прочитать, перечитать. Вот. Все, как-то так.